Она сегодня подтвердила свое звание первого номера нашей сборной, не только вот на международном соревнованиях, но и в спринте. Ну и как вообще говоря, впечатление о чемпионате России, первом чемпионате России, поскольку свежие очевидно еще впечатление о этапе Кубка мира. Ну, хотелось бы поблагодарить организаторов, потому что чемпионат России проведен на... По крайней мере, спринтерская гонка проведена на том же уровне, что и Кубок мира. Вот. И, наверное, это очень приятно, что мы имеем такой высокий уровень соревнований. Вот. Результатом, в принципе, сегодня довольна, потому что, наверное, для многих спортсменов сегодня были непростые условия. А на стрельбище закручивал сильный ветер, вот, и поэтому, наверное, много претендентов на высокие места сегодня попались как раз-таки на этом ветре.